Митинг, посвященный памяти Ивана Алексеевича Кручинина, состоялся на Северном кладбище Ульяновска у памятника «Журавлю». В нем приняли участие волонтерские организации, юнармейцы, военнослужащие Ульяновского гарнизона, ульяновские представители поискового движения «России». Белорусские коллеги связались с нами, они работали весной этого года у себя там в Беларуси, в Могилевской области, и наткнулись на захоронение армейцев. Нашли, по-моему, 46 человек, из них 16, у 16 удалось установить имена, в числе которых вот оказался наш земляк. Участники поискового движения России доставили останки в Ульяновскую область. На Северном кладбище Ивана Алексеевича Кручинина похоронили со всеми почестями. Состоялось прохождение знаменной группы «Оружейный салют», работал оркестр. Общественники связались и с родственниками красноармейца, которые приняли решение похоронить его в родной земле. Члены семьи даже не надеялись, что смогут лично почтить память своего героя. Для нас это, конечно, просто удивительно. И благодарность, большая-большая благодарность всем, кто принимал в этом участие. Потому что есть возможность теперь поклониться. Уже второй год Ульяновское поисковое движение продолжает свою деятельность. За время работы им удалось найти останки порядка 20 бойцов Красной Армии, память о каждом из которых бесценна для истории нашей страны. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.